Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня немножко вам коротко расскажу о том, как я устроилась на новом месте. Итак, первое. Значит, переехала я в деревню к своей маме. Я как бы давно уже планировала сюда переехать, но все как-то откладывала на потом. Вот, а тут все так быстро случилось. Вот, поэтому переехала и назад пока не планирую возвращаться. Значит, под мои фиалки мне выделили большую комнату, наверное, квадратов 12 комната. Ну, конечно, тут еще вот все вот такое страшное. Я потом все здесь сделаю красиво. Стеллажи подключила. Вот раз, два, три. Три стеллажа подключила. Сейчас поближе подойду. Некоторые полочки пришлось выпрямлять. Видите, вот погнутые. Ну ничего, на первое время пойдет, а там дальше видно будет. Вот фиалки, которые я пересадила. Многие деточки еще нужно будет искать название. Потому что где-то палочки подписные оставались. А где-то, в общем-то, они потерялись. Ну, какие-то сорта я поузнаю. А какие-то, в общем-то, будут постепенно искаться название сорта. Вот. Спрашивали взрослые фиалки. Ну вот, это то, что у меня так вот более-менее осталось от взрослого. Не так уж много чего. Дело в том, что я не сразу же успела пересадить все. Вот эти первые под пересадку шли взрослые, поэтому они вот уже набутонились цвести, адаптировались. А те, что попозже, там же оно все лежало прям скопом, поэтому приходится переукоренять. Но я уже почти справилась. Вот. Уже у меня тут все так вот более-менее. Там теплички. Так, показываю. Немножечко посмотрим сейчас. Так, вот. Теплички. Не проверяла ничего. Потому что времени нет, и работа же, и тут этот переезд. Ну так вроде смотрю, все целенькое. Мне там еще немножко осталось допересаживать. И потом, короче, буду обрабатывать фитовермом. Фитоверм стимулирует рост, ну и от вредителей, потому что такой переезд был экстренный, ночью прохладно было, но все было мокрое. И у мамы тут еще перцы. Рассада растет. Поэтому, в общем-то, полностью всю комнату после пересадки буду обеззараживать уже по-своему. Теплички перебились. Много тепличек побилось. Поэтому много чего я пересаживала и под пленочку. Под вот такую вот ставила. Вот так вот. Да, все страшненько, согласна. Но куда деваться? Честно говоря, не думала, что еще там что-то там выживет. А оно еще много чего и повыживало. После пересадок, сколько у меня? Две фиалочки у меня только пропало. Две детки пропало. Сосудистый бактериоз выбросила. Ну, а так вроде бы все целенькое. Вот детки еще нужно будет порассадить. Ну и вот тут вот еще навести порядки. Чанта Спринг. Разделю сейчас на несколько кустиков. Грунт сделала. Сделала грунта много пенопластовых шариков, чтобы все побыстрее у меня прижилось. Вот тепличку только сегодня пересадила. В общем-то, работаю, занимаюсь. Потихонечку налаживаю быт, в общем-то. Спасибо большое, что вы со мной, несмотря ни на что. Прошу прощения за беспорядок, да, который я вам показала. Вот. Но я обещаю, что в течение месяца я здесь наведу хотя бы косметический ремонт пока что. Ну, а потом будет видно. Вот так вот. Все, мои хорошие. До свидания, как всегда, мира, добра и благополучия.